такая палка, она называется селфи, и туда ложишь телефон, и оно фоткает твое лицо. Ну, можно показывать друзьям, где ты был, где отдыхал. Но селфи – это не на все тело, а просто на лицо фотография, чтобы люди видели твою красоту лица. Селфи – это когда человек снимает свое лицо. Снимает свое лицо, чтобы выложить в Инстаграм. Селфи – это когда фоткаются на телефонах или на планшетах и делают всякие фотографии. Такая фотография, которая говорит, что ты такой популярный. Ну, селфи, что-то показываешь, что ты сделал, что ты купил. Когда ставишь вот так вот телефон и фотографируешь. Это как бы фото, но в перевернутом экране. Берешь телефон, и есть специальная вещь селфи-палка. Вот. Ну и, короче, себя фотографирую. Ну, к примеру, если ты в крутом месте фоткнулся, многие увидят, если ты в интернет ее выложишь. И многие станут друзьями, типа... Крутой человек, с ним надо дружить. Ну, берешь телефон, если ты хочешь с кем-то сделать селфи, берешь своих друзей и делаешь селфи. Мы сделали селфи, и мы хотим кому-то отправить, чтобы они посмотрели. Селфи – это фотография, которую можно выложить в разные соцсети. Сначала они увидели человека, и если он им понравился, они подписываются. И которые фотки им понравились, они лайкают. Селфи можно сделать одному человеку или много, или двум. Они берут телефон, нажимают на кнопку, чтобы, как она называется, перевернуть. И вот так берут вот так телефон, держат и вот так вот фоткаются. Может друзьям показать, чтобы они видели, где ты был. Селфи это чтобы фоткаться. Пример, чтобы показать, где ты. Показать, если ты хочешь друзьям показать, где ты, например, в Москве, и хочешь показать достопримечательности, то можно сфоткаться и приехать обратно и показать им эти фотки. Ну, селфи – это когда ты сам себя снимаешь. Как-то вот так вот. Бывает, я снимаю... И выкладываю маме, там, своим друзьям, и всякие сети. Селфи – это когда берут телефон и специальную палку. Туда вставляют телефон, потом начинают делать фотографии, чтобы показать друзьям или родным. И чтобы осталось воспоминание о том месте, где вы были. Селфи – это когда люди там надо... Красивые фотки делать. Например, вот где-нибудь ты найдешь красивое место и фоткайся. Селфи – это когда ты снимаешь, фотографируешь себя на телефоне. Можно с луком фотографироваться, можешь один фотографироваться. И потом это селфи можно кому-нибудь разослать из своих знакомых. Селфи – это такой... кадр, когда ты снимаешься сам себя, не кого-то другого, а может там вместе с другом. Ну, это выкладывают в разные приложения. Это когда ты снимаешься издалека и еще сам. Отправлять можно родным, а еще можно выкладывать в соцсети. Селфи – это когда ты фоткаешь свое лицо, чтобы показать, насколько красиво у него лицо. Ну, а когда делаешь фото свое? Ну, это фотография, когда вот так вот можно держать телефон, на селфи-палке специальной, чтобы себя можно было видеть. И зачем оно нужно, чтобы была какая-то память. Селфи, это такая фотография,
когда там селфи-палочкой или просто с телефоном вот так. Ну вот так, просто нажимаешь вот тут, и она тебя фотографирует. Я иногда показываю просто так, а иногда для лайков.